Друзья, приветствую, на связи Денис. Ну что, это у нас второй отчет по поводу аналитики моих социальных сетей. Прошел месяц, посмотрим, сравним статистику, где мы выросли, где не выросли, возможно, где-то упали. Я в этом месяце пошел чуточку дальше, так сказать, более серьезно, создал вот такую вот таблицу. Сюда я перенес все значения из предыдущего видеоролика, где я вам показывал в прошлый месяц, какие у меня были результаты по YouTube, по Инстаграму, по ТикТоку, по Телеграму. В принципе, все это сейчас находится в этой таблице. То есть я взял название платформы YouTube, TikTok, Instagram, Telegram. Конкретно, что я анализировал в прошлый месяц. В YouTube это были подписчики просмотры, TikTok подписчики лайки, Instagram подписчики публикации и Telegram подписчики просмотры репоста. Забил сюда все данные с прошлого месяца. Сейчас давайте посмотрим, какие данные в этом месяце и, собственно говоря, сравним. Итак, YouTube подписчики было 1454. На сегодняшний день у меня на YouTube, давайте вот даже обновим страницу, 2325 подписчиков. 2325. Просмотры было 59 300. Зайдем сейчас на мой канал и посмотрим, сколько просмотров сейчас. Просмотров 111 301. 111 301. ТикТок. Подписчиков было 11 300. Но ТикТок я не активно вел в этом месяце. 12 тысяч подписчиков. Активнее всего в этом месяце я вел YouTube. В принципе, это говорят результаты. Очень хорошие. Ну, я по крайней мере доволен. Идем далее. TikTok лайки. 45 900 было. Стало 51 500. 51 500. Instagram. 1988. Подписчиков 247 стало. Хотел сделать хотя бы две публикации. Говорил, что это для меня будет уже что-то с чем-то в Инстаграме. 85 публикаций было, барабанная дробь, 86 публикаций стало. Инстаграм очень мало времени ему уделял, действительно, ну, не хватало как-то, не было ни сил, ни желания, ни энергии, но тоже классная соцсеть. Инстаграм нужно уделять время 100%. Телеграм, люблю Телеграм, хорошо его вел, качал, уделял много достаточно внимания. Было 331 подписчик, сейчас у меня 38.11, 38.11. По просмотрам было 738 просмотров. Давайте зайдем в настройки, в статистику. Сейчас просмотров 1000, хотя вот недавно было даже 1200. Подупали последнюю неделю. 1000, окей. 1000. И репосты. Был один репост, сейчас, конечно, уже стало лучше. 6 плюс 2, ну, берем вот эту вот цифру, 6, 6 репостов. В среднем на один пост у меня получается. Вот такие вот результаты. Теперь давайте сравним, что у нас получилось. Значит, мы эти данные отнимаем за прошлый месяц и получаем следующую картину. По YouTube приход подписчиков 871 за месяц. Шикарно, хороший результат. 1400 плюс 870, отлично. По YouTube просмотры плюс 52 тысячи, хорошо. По TikTok подписчики плюс 700 за месяц. Мало, реально мало. Лайки 5600, тоже мало. Instagram плюс 59 подписчиков. Мало, но я его не вел вообще в этом месяце. Публикация плюс одна. Соответственно, Telegram плюс 680 подписчиков. Неплохо, нормально, но хотелось бы лучше. Просмотры плюс 260, неплохо, но 1000 мало, хотелось бы лучше. Репосты плюс 5, сейчас 6, опять неплохо, но хотелось бы лучше, уже делал лучше. У меня тогда, когда я активно вел Telegram, было и 8 репостов, и 9, и 10. Хочется прийти к этой отметке. То же самое здесь по просмотрам. В следующем месяце хочется хотя бы 1200. Вот так само. Сделать прирост 200. Друзья, вот такие вот результаты. Здесь я также прописал цели, которые говорил в предыдущем видеоролике. Ну, цели, не знаю. Я таким особо не увлекаюсь. Просто вот хочется, желание и тому подобное. Если к концу года выполним, то будет круто. По YouTube это было 5000 подписчиков. По TikTok 20 тысяч подписчиков. По Instagram 2500. И по Telegram 5000 подписчиков. В принципе, вот такие вот результаты. Можете писать свои комментарии, догадки. Получится все это чудо мне выполнить к концу этого года или не получится. А мы с вами посмотрим. Друзья, с вами, как всегда, был Денис. Всем пока-пока. Зарабатывайте.